Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Пох Фактум». Гість програми – декан Південної бізнес-школи Володимир Євсеєв. І ми будемо сьогодні говорити на непросту тему – освіта по-українськи. Володимир, ну от скажіть мені, будь ласка, як э, людина, який близько до образування, до образовательної системи, навіть да, в частній школі, скажімо так, так э, наскільки важливо йде э, реформування И школьная система, и система высшего образования, на ваш взгляд, сколько это может вообще продолжаться, и как долго люди будут, э, и дети, и родители, и дедушки, и бабушки, mm -hmm. все это будут выдерживать? Вообще, к чему может привести бесконечное реформирование системы образования? К великому сожалению. Ну, вот, неправильно начинает такую передачу с этих слов, к великому сожалению. Но фактически это так. Да, действительно, мы находимся э, в длительном, затянувшемся, невероятно затянувшемся процессе реформирования поиска э, какого-то оптимального процесса образовательного. Хотя на самом-то деле это, это просто вывеска, которую нам подают. Называя все своими именами, назовем так, что все эти реформы, как и сегодняшняя система образования, это просто бизнес. Тем людям, которые сегодня управляют этим процессом, я имею в виду в Киеве, тем людям, которые управляли до них, в том числе в призлочинной владе и до нее, это был просто источник доходов, источник возможностей, в том числе даже для некоторых источник возможностей себя реализовать. Выпустить новый учебник, внести, как они думают, в историю Украины свою фамилию о том, что они увеличили, уменьшили, углубили или расширили. По большому счету, действительно, это бизнес, но он, вот даже сегодня, он явно строится на исключительно вот таком меркантильном интересе тех людей, которые сегодня увеличивают процесс длительности нахождения детей в школе. Потому что, опять-таки, это новые учебники, это новые методические пособия. И посмотрите, 18-летние ребята, которые сейчас выходят из школ или будут выходить, это уже состоявшиеся взрослые люди, только внешне. Внутренне это Дети, которые, по сути дела, ничем не отличаются от тех детей, которые были по воспитанию своего, по уровню образования в 12-14 лет. То есть, к великому сожалению, этот эксперимент, он приходит, ну, скажем так, в окопленную тупику, с моей точки зрения. Потому что у меня трое детей, Младший младшие учатся еще в школе. Старшие заканчивают кто университет, кто колледж. Я понимаю, что такое образовательный процесс, не только как человек, который занимается этим, опять-таки как бизнес, но не с точки зрения государственной политики, а с точки зрения коммерциализации этого процесса вообще. И имея три высших образования в Украине, сейчас я получаю четвертое образование в Гугле. В Соединенных Штатах Америки, я скажу, что это совершенно разные техники образовательных процессов. Ну, о техниках, э, техники могут быть действительно разные, важен результат, да? Вот э, если говорить о бизнесе, в принципе, ведь э, ну, в самом понятии бизнес ничего плохого нет. Да? Другой mm -hmm. вопрос, когда э, на государственной основе да, пытаются делать вот какие-то хитрые э, ходы для того, чтобы кто-то ну, кто -то там сидел на потоках бюджетных, там, вот, действительно учебники mm -hmm. и так далее. Вот я э, просто себе задаю иногда вопрос, почему до сих пор у нас массово, ну, скажем, на, э, законно Государственном уровне не вводят вместо учебников, например, электронные ридеры, да, электронные книги. Почему Совершенно право. Ведь да. в принципе это, на этом тоже можно сделать некий бизнес. Mm -hmm. Закупки в Китае, там ну, где угодно, можно в Украине их собирать в конце концов. Да? Но тем не менее, к этому не идут, а печатают бумажные учебники. Так да? и будет, так и останется, потому что полиграфическая база, которая находится на территории нашей страны, принадлежит тем людям. Тем олигархическим кланам, которые могут контролировать этот процесс, они не вложились в инвестирование за рубеж там, где производят эти ридеры, эти книжки. Хотя, опять-таки, одна из известнейших книжек Покет, это украинский стартап. Но ну да, он находится такое. вне да. территории этой страны, и поэтому он развивается во всем мире весьма и весьма динамично. А наши дети будут продолжать таскать в рюкзаках по 5-8 по килограмм каждый раз для того, чтобы обеспечить книги на, во время занятий школьных. Хорошо, я, я тогда задам более, ну, возможно, более личностный такой вопрос. Да? Трое детей, все трое, все трое учатся? Да. Вот. Я, вот, вы упомянули о том, что вот они в свои 18 лет, да, у них, ну, скажем, образовательный Уровень, если можно так сказать, mm -hmm. э, на уровне 12-14-летних. Да? А на чем это основано? Uh, ну, с... как, э, как, как это можно ощутить? Понимаете, я имею в виду не, э, наш, не нас с вами, не наше поколение ни в коем случае. Нет, нет, совместно. Или, да, или не детей, которые, вот, допустим, находятся в городе Николаеве, в Одессе там, или в районных центрах. <coughs> я сравниваю с детьми, которые э, учатся и впоследствии работает в Соединенных Штатах Америки. То есть вот сегодня старшему, в этом году старшему исполняется 22 года. Его сверстница в Соединенных Штатах Америки, Алла, дочь эмигрантов, вот ей 22 года тоже. Она закончила лос анджелесский университет, и вдумайся, сегодня ее заработная плата, 111 тысяч долларов в год. Это а много или мало? Это ну, а, по, -американски по, -американски. по американским стандартам для 22 лет это демонстрация Ты оценен, тебе дали потрясающий карт-бланш для дальнейшего развития. Угу. И само собой, разумеется, эта девочка демонстрировала очень интересные способности еще 2-3 года, 5 лет назад. Так же, как и многие ее сверстники, с которыми я общался, потому что мне было очень интересно, на что они смотрят, какие у них интересы. То есть, безусловно, мы говорим не о всех 100% детей. Мы разумеется. говорим о тех детях, которые хотят, и родители которых могут. Позволить, чтобы их желание получать образование и иметь перспективы для развития как самих себя, так и потом общества, в котором они находятся, чтобы они могли реализовываться. Поэтому, безусловно, вот когда мы говорим о вот этих 18-летних мальчиках и девочках, которые в голове имеют 12 лет, мы видим, что практически все время эти ребята проводят, держа в руке смартфон, то есть все время находясь на определенной какой-то информационной волне, причем к великому сожалению, в основном эта информационная волна не э, созидательная, а чаще всего разрушительная. То есть это э, необходимость быть все время на связи для того, чтобы поставить нужно лайк, поставить, что я видел, отметить еще какую-то. То есть как бы такой э, социальный контент. Но самое важное, что этот контент не позволяет этим ребятам правильно, реально оценивать обстановку, которая происходит вокруг них, заниматься мыслительным процессом, анализировать ее, готовить себя к дальнейшему. То есть они все больше и больше погружаются в определенный такой виртуальный континуум, который не они создают, и, к сожалению, и не их преподаватели или учителя. Но давайте посмотрим на образование не как на вот самодостаточный процесс, то есть образование ради образования. Да? Давайте посмотрим на него как на процесс, который готовит людей к жизни. Вот то, о чем вы говорили, да, к участию в экономических процессах. Почему в Америке, например, вот вот так, а у нас так, да? Ну пока не будем трогать ментальные особенности и различия, да. Но в целом мы увидим, что э, в истории экономики не всегда добив, добивались успеха страны, которые имели развитые системы образования. Ну, в нашем понимании, развитые. Uh -huh. То есть, вот, я же говорю, огромный массив литературы там, и так далее, и так далее. Э, вот можно взять, например, Индию, да, как пример. Одна из самых развитых стран в плане математического образования по-прежнему остается одной из беднейших стран. Хотя, хотя нам все время говорят, вот Индия вырывается вперед, mm -hmm. экономический рост, но тем не менее она бедная, очень бедная, большая, бедная, очень много нищих людей и так далее. В то же время индийцы одни из лучших программистов в Кремниевой долине, в той же Америке. Да? А индеец э, Сатья Наделла сменил знаменитого Билла Гейтса на его посту в Microsoft. Вот, пожалуйста, парируйте, либо соглашайтесь. И соглашусь, и парирую. Почти что миллиард двести миллионов или немножко меньше населения современной Индии. Той самой страны, которая в середине 17 века занимала, по-моему, 12% от товарооборота всего мира. То есть это была невероятно развитая страна. И потом началась колонизация, которая закончилась около 70 лет назад, тем, что в тот момент э, товарооборот Индии занимала процента. То есть 150 лет колонизации или почти 200 лет вообще привели к э, серьезной деградации ну, экономии, экономической. Еще, да. вот, э, в Индии всегда существовали касты. И что бы ни было в дальнейшем с этой страной, мы четко понимаем, что там будут те, кто ведут тот образ жизни, который им нравится, который мы с вами воспринимаем как нищенство. На самом-то деле это их собственное мироощущение, это их собственный образ жизни. То есть мы можем не считать, да. что они нищие экономически, но богатые с... по духу. Так вот смотрите, да, 70 лет сегодня независимости этой страны привели к тому, что на сегодняшний день это по… Я цитирую посла Индии в Украине. 30% населения Индии, посчитайте, это почти что 400 миллионов, живет по стандартам Европы и Америки. То есть имеют доходную часть, которая превышает 2000 долларов или евро, сегодня это приблизительно, в месяц на одного человека. Почти что 400 миллионов. Поэтому сказать о том, что эта страна благодаря своему образованию что-то получила или не получила, не совсем так. Но интересно другое, я с вашего позволения продолжу. Индия активно отправляет своих студентов учиться по всему миру, в том числе и в Украину. Но приоритет на сегодняшний день они ставят медицинскому образованию. И вот визит посла в Николаев индийского привел к тому, что, возможно, и кораблестроительный университет тоже будет работать, но ну, уже, скажем, по специальностям кораблестроения. Потому что сегодня Индия одна из крупнейших судостроительных держав в мире. Их уровень образования не четко понимают, его надо диверсифицировать. Часть граждан будет получать образование внутри страны, Часть граждан будет получать образование в, на территории, в том числе, бывшего Советского Союза по фундаментальным профессиям, одна из которых – кораблестроение. Кто-то будет получать медицину, а достаточно большая часть будет учиться в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Причем, действительно, люди учатся. Прежде всего за счет своих собственных накоплений, за счет тех сбережений, которые родители смогли саккумулировать. У них нет сегодня программы, которая позволяла бы им выезжать и за счет госбюджета индийского учиться. Ну хорошо, вы упомянули и я упомянул да. перед этим, да, Соединенные Штаты Америки. Ну, в принципе, нечто похожее происходит и в США, да, то есть давайте посмотрим, страна лидер мирового научного процесса и промышленного производства, но находится далеко не на первых местах, ну скажем по показателям среднего образования, среднего, угу. я не имею в виду высшего, да, там команды американские редко выигрывают мировые научные олимпиады, ну школьные, в то время как мировые топ рейтинги высших учебных заведений в последнее время массово пополняются университетами из стран Юго-Восточной Азии. То есть о чем это говорит? Образование ну, либо смещается в сторону Азии, да, да, вот верно. именно образовательные процессы, mm -hmm. да, зато экономические процессы они остаются в принципе на другом полушарии на сегодняшний день ну, смотрите, и говорить о том, что, ну, скажем, ставить на одну планку образование и экономику, вот как-то не очень получается. Ну, мы все-таки, ушли от э, украинских реалий, но чтобы ну, может быть, немножко а закончить, да, я закончить эту да. тему, то, скажем так, э, узнаем знаем это гору, сытый, голодному не товарищ. Поэтому, естественно, американский социум четко понимает, что может этому молодому человеку дать участие в какой-то олимпиаде, в каком-то конкурсе, в каком-нибудь там интеллектуальном фестивале и тому подобное. Практически ничего. Они выполняют ту или иную научную работу, и причем в школах в том числе они начинают с этим работать, их начинают искать собственные внутренние американские фонды, научные организации их приглашают, государственные структуры. Они следят за теми людьми, которые хотят чего-то достичь. Вернемся в э, наши украинские реалии, наш, к нашим украинским пенатам. Да? Э, что у нас происходит в украинском образовании? Ну, вернее, мы знаем примерно, что происходит, в то же время э, не знаем, потому что, опять же, в, в связи с бесконечным реформированием систем и школьного, и высшего образования, э, все, все время, э, ну, как бы, как бы, общество немножко трясет, да, особенно трясет даже не тех э, детей, которые собираются куда-то поступать mm -hmm. после школы, а их родители, да. Ну вот, я хочу разделить э, вот этот свой вопрос на две части. Первая это э, вот некая, некая обязаловка, обязательность, как бы, которая уже вросла в нашу, даже я не знаю, в современную ментальность украинского общества, что ребенок обязательно да. должен поступить в высшее учебное заведение, неважно на какую специальность, неважно какая профессия у него будет после окончания, mm -hmm. лишь бы у него было высшее образование, а вось пригодится на, на потом, да. Вот. И вторая часть, это как раз э, ну, непосредственно связанная с первым вопросом, а что потом, а что дальше? Если мы вспомним, скажем, советскую систему высшего образования, там обязательно были так нелюбимые, в основном, всеми выпускниками, это вот эти распределения, годы, да? отработки годы отработки, могли сослать, бог знает куда, да. там, э, за 3-9 земель, и человек обязан был отработать, либо договорившись с кем-то, остаться на месте да у нас э, этой этой системы практически не существует здесь за ред, редчайшим исключением когда какое-то ну там крупное предприятие заинтересовано в определенном количестве mm -hmm. специалистов ну просто договариваться там с ректоратами или с деканами да о том что вот эти эти ребята э, там после окончания смогут прийти на это производство работать но в принципе в основной массе подобного не существует и вот возникает вопрос а дальше что Куда эти дети идут и зачем это все в нашей сегодняшней системе? Ну, поскольку, поскольку я плотно работаю с службами занятости, то я знаю, куда они идут. То есть, к великому сожалению, опять-таки, то, с чего мы и начинали передачу, часть из этих детей после высшего учебного заведения идет в службу занятости. Причем, действительно, многие люди стараются, многие родители стараются отправить своих детей учиться. То есть они приезжают из районов, они приезжают из деревень. А в итоге найти себя люди не могут. Конечно же, вот если представить себе, что можно было бы реформировать вообще начальную школу, то есть вот эти так называемые 12 лет, чтобы они находились не в системе, которая... Скажем так, не, не то, чтобы не жизнеспособна, она экономически нецелесообразна. Она дает просто а-ля а энциклопедические знания о том, где находится гора Караганда и какая площадь Гондураса вот. и какая формула применима в той или иной случае в математическом уравнении. А давала бы возможность мыслить, причем мыслить неординарно, максимально креативно, анализировать твое сегодняшнее состояние моральное, материальное, физическое, и понимать о том, что ты можешь сделать с этим завтра, послезавтра. Давать возможность производственных практик, потому что на самом-то деле мы организовываем бизнес-экскурсии и для студентов, как нашего учебного заведения, так и других. У ребят открываются глаза, они видят то, чего они даже не предполагали, что это есть. В 18 лет, заканчивая школу, если полную, да, или вот все-таки я думаю, что по этой реформе можно будет заканчивать раньше школу, уходить из нее, поступая в ПТУ, через полтора, максимум два года, имея на руках профессию слесаря, сварщика, столера, другие профессии, связанные с железом, электрика, Определенного mm -hmm. разряда. В это же время, изучая хотя бы английский язык, не говоря о каких-то других языках дополнительно. Изучая английский язык, парень 18-19 лет со, с иностранным паспортом может найти себе работу, где на уровне старта он будет получать 1000 евро. Ну, при условии того, что действительно, они, как ты сказали, пошли не по популярному пути. Mm -hmm. Самое обидное, что это только косвенным путем на благо нашего общества на благо нашей страны напрямую это опять-таки благополучие других стран но ну это немножко другая тема но я я скажу так им согласитесь со мной что это ведь не проблема этих молодых людей да? конечно вот это проблема государства Да. проблема возможностей э, инвесторов строить здесь предприятия, uh -huh. неважно каких иностранных, либо внутренних uh -huh. инвесторов, ну и так далее, и так далее. То есть это целая экономическая модель, которая вот такая вся изломанная, из-за которой, в общем-то, многие наши беды, а вот эти дети, которые получают рабочую специальность, вынуждены с большим удовольствием mm -hmm. покидать нашу страну и работать за границей, получать заставки от тысячи евро. Вместе с тем есть очень интересная альтернатива всему этому, с учетом того, что весь мир уже вошел, ну мы э, вползаем, но весь мир уже вошел в четвертую научно-техническую революцию. То есть это полноценная новая эра информатизации и оцифровки всей нашей реальности, как таковой. Это возможность использовать не тяжелый физический труд мужской или женский, не дай бог, а использование роботов, использование, ну, может быть, не полноценных интеллектуальных систем, но полуавтоматических устройств везде, где угодно. По большому счету, ну, как бы, если бы государство было заинтересовано, оно должно было бы проводить активную агитационную политику на новые профессии, которые востребованы сейчас, которые востребованы будут через 5 лет, через 10, через 25, причем не только на рынке Украины, но по всей вероятности на всем мире. Мы же интегрируемся в мировое сообщество, мы же не строим большой занавес, мы же постоянно говорим, мы стремимся к Евросоюзу. Если стремимся, давайте, если что, будет там нужно. А там надо будут те люди, которые в новой информационной технологии будут разбираться на ты. Значит, тогда надо формировать сотни тысяч молодых людей, которые будут там работать. Вернее, могут работать здесь. Мы возвращаемся к тому, и возвращаемся и заново, как uh -huh. да? задаем себе вопрос, что делать вот на сегодняшний момент? Вот у нас апрель уже, да, то есть многие люди, семьи определились с поступлением в высшее учебное заведение, либо там около высшее, да. Но те, кто еще не определился и не совсем понимает, куда его ребенку нужно или хотелось бы, да, кем быть, куда поступить и так далее. Тем более, что подростки далеко не все понимают, кем бы они хотели быть. Что делать в этом случае? Ну, в, таком, в такой ситуации родители действительно не просто стоят не перед простой задачей, но на сегодняшний день и в Николаеве и вообще в стране и дистанционно и очно. Есть уже немало служб, да, не коммерческие, но служб, которые э, работают э, по э, скажем так, оценке перспективы, э, способности и склонности этого ребенка э, к той или иной профессии. Это очень важно. Вообще, конечно, это было бы правильно э, делать в рамках учебной программы в школе, там, в, в финальных классах, э, и это должно было, должна была быть государственная программа. Но, увы, маемо, что маемо, поэтому э, Первая рекомендация э, ⁇ искать такие предприятия. Э, это недорогие деньги, но, по крайней мере, вы получите не ваш субъективный взгляд, что мой ребенок самый-самый или, наоборот, не самый-самый. Вы получите объективный взгляд, что действительно представляет из себя ваш ребенок с точки зрения перспектив дальнейшей профессиональной его ориентации. Окей, okay. и напоследок э, такой очень короткий вопрос и, если можно, короткий ответ. А что делать? Э с теми детьми, которые ничего не хотят. Их тоже очень много. Искать. искать для них варианты... То есть, помогать, родители должны... Искать, помогать, да, стимулировать, подсказывать, показывать опять-таки бездна, Если мы хотим, мы допускаем, что ребенок будет просто потом лежать на диване и нас это устраивает, не надо делать ничего, достаточно просто ругать его, оскорблять, унижать, говорить вот это такой. Если мы хотим найти в каждом человеке есть талант, в каждом человеке скрыт где-то гений его возможности. Угу. да, лень победила всех абсолютно нас в том числе. Ничего в этом страшного нет. Но мы пытаемся раскрывать свои собственные таланты. Поэтому, если ребенок ни к чему вроде с вашей стороны не способен, ищите, показывайте, отправляйте на экскурсии, отправляйте на экскурсии в том числе за границу, ездите, показывайте, показывайте разные варианты развития для этого ребенка. Я не сомневаюсь, что рано или поздно у него загорятся глаза, и он скажет, да, я хочу именно это. Окей, okay, окей. Okay. Тем более, что нас ждет уже в скорости безвизовый режим с Европейским Союзом, так что возможность отправлять своих детей на экскурсии появится многократно. Я прошу прощения, буквально еще 30 секунд. Да. Я не мог себе представить, что один из моих детей будет бармастером. Сегодня, вот вчера начался учебный процесс. Я смотрю на эти горящие глаза, на эти первые занятия. Я понимаю, что много времени по образовательному процессу было потрачено не в ту сторону. Ну и что? Зато сегодня я вижу горящие глаза своего ребенка и вижу, как нравится этому человеку. Я не знаю, что будет в дальнейшем, но сегодня это полноценно развивает эту личность. Даю возможность такую, а дальше посмотрим. Окей. Спасибо большое за э, участие в программе. Спасибо вам, что пригласили. Дякую, дякую. Я с вами прощаюсь. С вами был Игорь Пох. Программа Пох Фактум. До зустречи. thank